Всем привет! С вами Дроздов191, и сегодня опять со мной Матрикс. Матрикс, поприветствуй. Привет всем, с вами Матрикс и Дроздов191. Сегодня мы представляем игру Contra Hard Corps. Немного расскажу об игре. Это четвертая видеоигра из серии Contra, выпущенная Konami для приставки Sega Mega Drive в 1994 году. В Contra Hard Corps, в отличие от предыдущих частей, все уровни имеют вид сбоку, за исключением одной сцены. Но имеется другая особенность. Прохождение стало нелинейным, в некоторых местах предоставляется выбор дальнейших действий. Про игровой процесс могу сказать то, что сюжет игры происходит в 2641 году, через 5 лет после событий в Contra 3 The Iron Wars. Игрок выбирает персонажей, перемешается по уровням, уничтожая противников. В конце уровня игрока ждет босс. Иногда промежуточные боссы появляются в середине уровня. Между уровнями происходит объяснение задания, сопровождаемое показом картинок. Также диалоги присутствуют внутри уровней, обычно в виде разговоров с боссами. В отличие от предыдущих игр серии, задние планы хорошо прорисованы, и на них иногда что-нибудь происходит. Итак, в принципе, все сказал. Выходим из опций, пропускаем эту заставку, выбираем прохождение на двух игроков. Итак, как вы знаете, нам представлено 4 персонажа, любым из которых мы можем управлять. Матрикс будет управлять роботом, а я Рэем, обычным стандартным персонажем, игроком-солдатом. В английском языке я не очень силен, поэтому буду стараться как можно точнее давать информацию вам о происходящем. Вот здесь вот командир наш говорит то, что нашу систему взломали хакеры какие-то, и над городом сейчас какой-то робот беспределит там или что-то такое. И нам нужно спасти, как обычно, человечество от... Просто спасти мир. Ну вот первый уровень. Тут сразу начинается мясо. Одно из самых трудных мест в игре. Ну не знаю. Потому что просто сразу начинается... Стрельба вот этого бесконечная. Так, первый подбосс. Но я даже не сказал, что этот подбосс, это просто такой же обычный солдат, как и все. Прошу прощения. Итак, второй подбосс, скажем, можно так сказать. Такой же обычный, простой солдатишка. И сейчас, насколько вы помните, будет третий подбосс. Как вы знаете, то что в игре 6 концовок, и я думаю, вы уже догадались, какую концовку выбрали мы. По времени записи нашего видео. И вот третий подбосс очень быстро убивается. И вот самое нелюбимое мое место в игре, вот эти вот вертушки. На них очень легко проиграть жизнь, но нам удается преодолеть их. И мы приближаемся к первому боссу, к тому самому роботу, о каком говорил нам наш командир. Да, вот мы видим, тот самый робот стоит на крыше небоскреба. Прыгать вниз, и мы начинаем его крошить. Ну да, у Матрикса, конечно, преимущество очень большое персонажа. Это как двойной прыжок у него идет такой, и низкий рост, что позволяет ему спокойно быть неуязвимым для выстрелов противников. Ну и все, можно сказать, первый босс повержен.
довольно-таки неплохое начало. Ну и вот выскакивает какой-то из него человек из робота. Я узнаю, кто это, кто это такой. Он говорит с усмешкой: можешь называть меня просто Джо. Ну и не просит, а говорит, что мы его догнали, если хотим убить его. Ну и вот профессор нам сообщает то, что на научный центр напали какие-то враги и просит о помощи. У нас есть выбор. Либо в погоню за Джо пойти, либо профессору помочь научный центр спасти. Ну, мы выбираем спасти научный центр. И продолжаем свой путь уже немного в другую степь. Ну и вот. Воздушная полиция приходит на помощь для того, чтобы побыстрее доставить нас к научному центру. Мы, естественно, соглашаемся, так как на наших этих транспортах далеко не уедешь. Появляется какой-то массивный транспорт для нашего уничтожения, опять же. Выпускающий капсулы с внутренностями в виде солдат каких-то. Ну и вот, самолет противника нас подбил, и мы вынуждены приземлиться и продолжить свой путь пешком. Но долго его продолжать нам не надо будет, так как мы уже подошли к стенам научного центра, и одну из стен мы уже раздолбили. Вот профессор рассказывает нам то, что частица или что-то вроде того чужого на свободе, и мы должны ее убить. Ну и мы продолжаем путь, уничтожая все, что шевелится, все, что стоит на нашем пути. Очень удачно я поднимаюсь на вышку. Ну и вот второй босс. Довольно-таки простой. Ну и он тоже повержен. Потерял только я свое любимое оружие, это самонаводяшку. Ну вот, 3 дня спустя, и нам командир сообщает то, что хакер, логово хакера найдено, насколько я помню, и нужно, типа, опять же его убить. Ну, вы уже знаете, чем все закончится, так что все понимаете.
очередной подбосс. Тоже из себя ничего сверхъестественного не представляет. Ну и тоже он легко убивается. Неожиданно для нас обоих. Опа. Вот. Практически Матрикс, блин, дошел до ключевого момента. Ну ладно, дойду я тут сам и потом... Ну сейчас объясню. Как вы поняли, то, что уже совсем осталось немного времени до конца ролика, и мы пошли самым коротким путем. И я вам скажу не то, что это самый короткий путь, не поэтому мы решили выбраться, а... Не знаю, мне с самого детства симпатизировала финальная заставка от этого прохождения, когда мы попадаем в прошлое. Ну, в общем, смотрите сами. Вот нам предлагает этот парень поучаствовать в битве на арене и получить много денег. Мы, естественно, соглашаемся. Он нам желает удачи, и мы выходим на арену. Но сейчас я все равно уже могу сказать, что игра пройдена. Так что я специально проиграю, для того, чтобы вместе с Матриксом пройти эту игру, а не в одиночку мне. Так как континуум обдается 5, и начинаем мы все равно с самого начала арены. Выбираем тех же персонажей. Ну и вот первый босс. Совершенно непонятный какой-то человек это или не человек. Непонятно кто. Сначала мы ему отстреливаем голову, но потом он уже умирает. Вот появляется второй босс. Какой-то зомбарь с тележкой. И еще с одним зомбарем внутри. Матрикс. Аккуратнее. Случайным образом потеряли мы пожизненный на этом втором боссе. Ну и последний босс, который открывает портал, как вы все знаете. Матрикс, не шали. Матрикс, не шалите, говорю. Ну ладно, ничего страшного. На этот момент уже босс был повержен. И вот мы попали в портал. Попали мы в прошлое, в эру динозавров и безмозглых обезьян. К сожалению, Матрикса не покажут на финальной заставке, но все же вы все видели то, что он прошел игру вместе со мной. И... Вот она, моя любимая, не знаю, из всех заставок. Хотя, конечно, еще одна заставка мне тоже нравится, когда я перехожу на темную силу и превращаюсь в нечто подобие дьявола или что-то такое. Но все-таки это все равно прикольная, не знаю, веселая такая. Ну, что вам сказать? Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки, всю информацию я выложу под этим видео на YouTube. А с вами были Дроздов191 и Матрикс. Ну и Матрикс. Подписывайтесь, еще раз скажу. Заходите почаще в группу и введите активные просмотры на нашем канале. Предоставляю слово Матриксу, пускай скажет пару слов. Всем пока, приятного просмотра.